7. Вы слушаете «Маяк». Чаще всего мы поглядываем на время, когда торопимся на поезд. Кому же хочется опоздать? Самые большие часы на вокзале – башенные. Раньше они были механические, теперь их заменили на электронные. Главная особенность новых часов – высокая точность, а для огромного потока транспорта и пешеходов это имеет большое значение. Мне доверили проверять эти часы и в случае неисправности ремонтировать. Несколько раз в неделю я поднимаюсь на самый верх. Лифта здесь нет. Приходится подниматься по лестнице. Часы хорошо видны в любое время суток. Яркость свечения ламп ночью и днем разная. Это определяет фотоэлемент. Я закрываю его рукой и искусственно уменьшаю яркость цифр. Нужно проверить, как работает сердце часов. Правильность хода контролируется автоматически от сигналов точного времени по радио. Можно легко и быстро переключить часы, например, для перехода с летнего на зимнее время. На этом моя обычная проверка заканчивается. Обратите внимание на показания часов. Отключена электроэнергия, но электронная память продолжает отсчет.
Без сомнения, эти часы стали эталоном времени для рижан, для гостей нашего города, а также своеобразным украшением панорамы Риги.